самое главное малыши уже запомнили. После митинга на площади Советов будут знать и цвета российского флага. Пока первые лица города вручали счастливчикам паспорта, напротив выстроилась толпа с бело-сине-красными воздушными шарами. Еще раз поздравляю всех улан-удэнцев с праздником. С Днем России! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Успешной работы, учебы, отдыха. Будь то казаки со своими задорными песнями или буквально плывущие по брусчатке русские и бурятские красавицы, каждый считает эту землю родной, потому и гимн нашей страны звучал из уст всех присутствующих. И старый млад, все они стали частью большого праздника. Мы каждый год ходим именно полностью семьей, всей семьей. Я считаю это правильно. Вот я считаю, что воспитание, во-первых, с одной стороны, а во-вторых, такие праздники города 9 мая, они мы ждем сплачивают всех народ. Вас. Когда по площади перестали отстукивать каблучками артисты, появились десятки молодых людей в необычных очках. Флешмоб собрал 150 человек. Тем самым мы хотим обратить внимание молодежи на очень актуальную проблему погружения в виртуальную реальность. Сначала они не видели друг друга и были марионетками гаджетов. После маски, а вернее очки, были сброшены. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, новости дня.